Давай этот проект. Я говорю, будет называться «Голос есть». А он ее никогда не слышал. Я ее пою. Ну как же, говорит, «Голос есть», когда голоса нет? Я говорю, так песня-то о том, что голос-то есть на самом деле. Ну хотя, да, голос нет. Вчера, да. Долго вчера пили. Пили. Леди Макбет, твоя мама. Ты пеленки от Гардена в раннем детстве заливала. В пятом классе ты ходила на высоком каблуке. Уже в Анталии бывала и в Нью-Йорке налегке. А я ловил духов чудесный аромат и забывал сказать привет. Роман Филиппов, если не поздоровался, вы уж меня простите. Очень рано разбираться стал в винах дорогих. Учитель пения, изъяв марихуану, взял дневник, но почему-то вдруг замялся и вернул его тебе. А я, еще не понимая, все считал ворон в окне и думал только о футболе, мечтая прикоснуться к тебе. Совсем не главное на свете, что твой папа супербосс или лопатит навоз. Важно, что ноги у тебя, такая прелесть. Крыша съехала, да, я помню, когда я писал эту песню. Но ноги мне были, ух ты, блин. Мы стали на дорогу жизни и тихонечко пошли. Ты с выпускного укатила на дареных Жигули, кляня отца за скупердяйство. Поднимая жуткий дым, мы все смотрели тебе вслед, мечтая стать точно такими. Я тянул свое вино и все жалел, что ног не видно в авто. Ты теперь фотомодель, а я по жизни разгиляй. Ты рекламируешь ненужный никому российский чай, зато имеешь кучу денег, помрачительный успех, опьяняешь всех трезвоном золотых своих доспехов. Я, шагая за кефиром, вспоминаю твой божественный смех. Мы с тобой давно расстались, мы давно уже не дети. Ты порядком омела, позабыла школьный бал. Но я-то помню эти ноги, туз, который лишь однажды танцевал. Сейчас нет ритм секции, потому такая не танцевальная, может быть, получается. Но тут... Однажды кончится все это, мне порядком надоест листать рекламные проспекты. Я открою пышный трест, займусь продажей попугаев на Аляске и Чукотке, выведением эликсира от гонореи и чахотки. Буду сказочно богат, и даже черт мне будет после не брат. И стану к старости ворчливым, полысевшим дураком. Уже, наверное, будут дети ковыряться под столом, а респектабельная дочь будет ездить в свою школу, и какой-то неформал напишет новый рок-н-ролл, и на потрепанной гитаре станет петь его за пьяным столом.
бедная леди. Пусть тебе 15 лет, совсем не главное на свете, что твой папа супербосс или лопатит навоз. Важно, что ноги у тебя такая прелесть, не ноги. В Индию сейчас поехала. Ребенок мне там, жена, муж, сидела в Индии полетела. Так я в ВКонтакте написал. А я говорю, Рома, папа, говорит, инженер, я говорю, зато главный на заводе.